Добрый день, перед вами платки и палантины Сток. Это небольшой лот, у него комфортная стоимость. Повторов здесь практически нет, почти все с этикетками. Бренды разные, вот таких вот два. Есть побольше, есть поменьше. Вот это вот шарф, это снуд большой. Вот, видите, то есть снуды. Есть такие с связкой, но все они хлопок, хлопок. Есть вот с трикотажной обработкой, то есть такие, как палантины, тоже с этикетками. Их тут два. Есть просто шарфики. Все хлопок, это летний ассортимент. Вот такие. А, есть в придачу с держателем. Вот тоже хлопок. Вот это вот большой палантин, потому что он и по весу такой, что... Есть очень легкие шарфики. Косынки. Сжатка. Я бы не сказала, что здесь много повторов. Нет, вот ты буквально совсем чуть-чуть. В основном это разнообразные шарфики, платки, косынки. Есть вот с деревянными. Тоже шарфик. Вот такой же серый. Хлопок. Палантины большие. Вот это вот тоже большое. Их тут две штуки. Хлопковый палантин, ну реально, такой вот большой, с сердечками. Их тут две. Есть с вышивкой, тоже палантин, он большой, сложенный здесь. Платочек, нет, палантин большой. Подробную информацию об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.